Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Вы смотрите рецепт приготовления котлет из свинины и овощей, запеченных в духовке. Приятного просмотра! Для приготовления котлет понадобится крупная головка репчатого лука, которую необходимо нарезать мелким кубиком. Далее понадобится средней величины морковь. Ее необходимо натереть на крупной терке. Также на терке нужно натереть небольшой кабачок. Налить в сковороду 80 мл оливкового масла и разогреть его. На разогретом масле пассеровать овощи до их мягкости. Время их приготовления на среднем огне займет около 15 минут. Готовые овощи переложить в глубокую чашу. Натереть 3 зубчика чеснока и добавить их к овощам. Далее добавить 600 грамм свиного фарша. Вбить в фарш 2 яйца. Посыпать пол столовой ложки соли и треть столовой ложкой черного молотого перца. Все ингредиенты перемешать в однородную массу. Получился жидкий фарш, поэтому необходимо натереть на мелкой терке 300 грамм сырого картофеля и соединить его с фаршем. Смазать противень оливковым маслом. Формировать котлеты примерно по 100 грамм, выкладывая их одну за одной в ряд. Готовить в духовке 40 минут при 180 градусах. Готовым котлетам подать любой свой гарнир. Благодарю вас за просмотр данного видеорецепта. Поддержите его лайком, комментарием. Подпишитесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видеорецепты. Всего вам доброго!